Красногорский пекарь печет хлеб и занимается благотворительностью уже 3 года. Свою выпечку производитель совершенно бесплатно раздает инвалидам, многодетным и пожилым. А сегодня и подавно нельзя забывать о нуждающихся, говорит руководитель предприятия. Евгений Тюкаев доставляет свою продукцию в Дом трудолюбия «Ной». На призыв администрации округа помочь приюту он откликнулся сразу, невзирая на то, что и малому бизнесу сейчас нелегко. Это пшеничный хлеб, это солодовый хлеб, это вся наша булка, то, что мы делаем. Мы не печем для них отдельно. Это все со вчерашнего дня, это все свежее, это все можно кушать. Погрузкой и доставкой выпечки помогает штаб волонтеров. Они сейчас на расхват. Развозят продукты и лекарства пенсионерам и многодетным семьям на самоизоляции. Ну и добровольцам поступают предложения о помощи. Потихонечку нам звонят, волонтерский штаб, колл-центр, предлагают помощь, в том числе там, с масками, защитными средствами, дезинфекция. Ну и волонтеры, конечно, уже видят пример. Многие ругаются или нас там ругают. Вот там показуха выставляет свои там посты в социальных сетях, вот они что-то помогают. На самом деле, ну кто-то так думает, а некоторые люди видят, читают это и присоединяются к нам после этого. Они хотят тоже стать волонтерами, быть полезными. Хлебопекарная продукция отправляется в Нахабино, где и расположен один из филиалов приюта «Ной». Доставка от красногорского пекаря сюда поступала уже не раз. За несколько дней доставили не менее 400 батонов, буханок и булок.